Меньше часа назад закончилось срочное заседание в парламенте. Спикер Зинаида Гречанная обсудила с членами Временного кабмина и в Рио премьера Аурелием Чакоем меры против наступления коронавируса, которые передадут на рассмотрение комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Чиновники также определили себе в качестве приоритета обеспечение необходимого количества сыворотки для скорейшего начала массовой иммунизации населения. Но действовать в этом направлении они смогут только после того, как вступит в силу принятый парламентом закон, облегчающий процедуру госзакупок вакцин.